такие красотки. Отправляемся в Туркестан. Едем. Вот, речка Арысь. Водитель Николай. Да, я речку снимаю. Прикольно. Слушай, а что на Арысе рыбачат, не рыбачат? Мало. Света в Туркестане не была. Я была в Туркестане в 7 классе с классом в Ясави ездили. И, в принципе, воспоминания достаточно хорошие были. Вот. Но так как все люди взрослые, там много чего изменилось, решили съездить, посмотреть чего там интересного. Конечно, не скажу, что будет что-то суперинтересного, супер каких-то достопримечательностей, потому что это Туркестан. Там вот этот караван-сарай, по-моему, называется, его сделали из говна и палок, который в первый же год развалился, отвалился. Были скандалы по этому поводу. В общем, сейчас пойдем поковыряем. Едем, нам ехать 2 часа туда. Рассчитывали привлечь туристов, понастроили вот этой всякой хрени, но туристов нет. Аэропорт огромный, прилетает самолетов очень мало. Ну да, в прошлом году с Турции то много вылетов было с Туркестана. Сейчас в этом году ничего нету там, я смотрела. Аэропорт очень большой, 2 раза больше, чем Тюменский. Вот автовокзал. Вот, да, вот он автовокзал получается. Ну и вот туристическая... место, центр. Наш областной центр. Да. Ну вот. Мы зашли в этот аул. Закрывайся, я тебе молитву читаю. Вот так один. Вообще внутрь заходить надо или не надо? Да, можно зайти, казан посмотреть. Единственное, что там снимать, скорее всего, нельзя. Вот я снаружи покажу. Вот это вот сейчас стена, и там зайдем во двор. Нет, там люди фоткаются возле него. Там, по-моему, платят. Там, я помню, тогда было, типа, заплатить чуть больше за билеты, можно фоткаться. Dear visitors, use the services of museum guides or audio guides to get information about the Fudrakhi. Основной зал не запускают, там идет реконструкция. Наверх посмотрите, тоже красиво.
Так, оказывается, видите, внутри реставрация большого зала, где казан сам стоит, сама святыня, вот самое важное, вес сави. Это вот этот зал, основной с казаном. Я так украдкой смогла немножко снять. Но в целом внутри, ну, ничего такого. Конечно же, сама гробница, она скрыта от людских глаз. И это нормально. И помнится, когда мы были, сюда приезжали с классом, мы были с экскурсией. Нам все рассказывали, показывали. И сама гробница была закрыта. И туда, естественно, никого не пускают. Чтобы получить полноценную информацию о поджарке Ясаби и его мавзолее. Мавзолей Таукихана. Это вот, вот этот маленький мавзолейчик. И сейчас подойдем к следующему мавзолею на этой территории. Знаете, со времен, когда я здесь была, так скажем, в детстве, очень все изменилось. Очень. Да, видела верблюды. Что-то не подумал, надо было кепку хотя бы взять. Пойдем. Раби Султан, да. Я помню, какой-то женщины это был мавзолей. Ну вот. Пойдем на караван. Ну, вот такой небольшой комплекс, небольшая территория. Раньше, конечно, вот этого не было здесь. Сейчас сделали все для туристов, вот пофоткаться, залезть. Это как бы шелковый путь проходил. И сделали символично верблюдов. Света хочет покататься на верблюдах. Я на них каталась в Египте. Как бы, окей, не особо хочу. Мне там понравился платок на базарчике. Очень хочу этот платок, но здесь, наверное, цены будут достаточно большие. Разные сувенирные лавки. Вот он, шелковый путь. Естественно, можно нарядиться, пофотографироваться. Мы со Светой в прошлом году наряжались вон там, фотографировались. Устали уже от этих. Видите, вот девочки наряженные фоткаются на верблюдах. Так что вот, сейчас посмотрим, что почем. А, не так, солазит сверху. Верблюд вообще-то должен сесть на лапки свои. И поднимается. Так, теперь мы находимся в караван-сарае. Это вот как раз-таки вот эта улица, которую построили недавно. Ну, как недавно. В общем, новый такой. Вот здесь жилая сторона красивая. Такие домики. И смотрите, как интересно. Такой ансамбль выстроен. Сейчас вовнутрь зайдем. Там типа казахская Венеция. На лодках катаются. Сейчас посмотрим. Видела много фотографий, но вживую еще ни разу не были. В общем, вся правда о Туркестане. Мы зашли в туалет, он бесплатный. Казалось бы, все здесь очень сделано красиво, но наши люди, как всегда, варвары. Это ладно. Большинство уже тут ничего не работает. Где-то унитаз течет, вот слышно, вода бежит. Туалетной бумаги нет, все грязно, все разрушено. И Света говорит, что все обосранные унитазы. Ну, сейчас пойду. Тут один нашли, более-менее чистенький. Так что вот так. Пойду посмотрю, что там. Но кто-то какой-то уже сломанный. Возьмешь мою сумку, пожалуйста.
Да, лучше был бы платный, но чистенький. Ну, а вот такая беда. То есть, выглядит все. Они все сломанные. Вот просто. Ладно. Вся Венеция. А здесь лодки плавали? Да, лодки плавали. Типа называли Венеция. Наша. Пришли в воздушный театр. Здесь все так красиво. Здравствуйте, дорогие гости. Атар бастас даунин бастаймыз. Узеріміз байхамандай үңгірдің ішінде тұрмыз. Ежелгі тайпалар осылай үңгірлерді паналап, ақшылықпен, терімшілікпен айналысып, алталантылары қабырғаларда қашып, жартастарды ойып, мынандай таңбатастары жасай бастаған. Бұл таңбатастар ғылыми түрде петроглифтер деп аталады. Петроглифтерді Алматы қаласының жанындағы таңбалы тас деген жерден табылған екен. Дорогие гости, справа от вас, вы можете зайти сюда. Висит памятник, посвященный Хультигину. Хультигин в начале 7 века со своим братом Гекаганом, о котором я вам уже рассказывала. Мед Хунахтар на камера Арасан Стар, Жанна Вайтхот и Петро Глюстин, анимация Скуряла Стар. Цифровой дело. А, просто как цифровая юрта. Слушай, интересно. Красиво. Это Ходжа Ахмед Яссави и один из его учеников. Пенджерем көтерілім. Мен бұл кішкенде бөлмені шығыстан батысқа қарай созып жатқан шерастан іште екенін көрдім. Осылайша дұрыс қалмағанымды түсіндім. Егер сіз мұқият қарап, оны хикметтерін бірін оқып отырғанымды тыңдасаңыз, мешіттің шынайы мөлшерінде көре аласыз. Хаққа қайтып мұның болсаң тағат қылған. Тағат қылған хақ сыдарын көрер достар. 100 000 бәле басқа түссе еңірмеген, содан кейін қышы сырын білер достар. Сәр жылап сахарларда тұрар достар. Ей достар, еш білмедім мен жолымды, бақытқа байламадым мен беріңді, қайбас сөзден ештеймадым мен тілімді. Надандығым мені суға қалды.
поднимаемся наверх, и якобы мы оказываемся на пути в Великом Шелковом. Ну, этот водичка шумит. Красиво по так. По-моему, нигде нет еще, да? Вау. Это Восточный базар. Вау. Дорогие гости, в первой комнате базара вы можете услышать диалог купцов из Китая, Аравии и Европы. Можете немножко поближе. Қазырлар Азияның оқасы болған. Қазыр Қазақстан деп белгілі болған осы жер көптеген адамдарды жинады. Оған өз хикаяларымен бірге келді. Және поднимаемся наверх. Сейчас будет воздушный театр. Интересно, что там. Ну, сейчас мы будем, наверное, очки надевать. Так, а куда нам, Коль? Вперед. Мы посмотрели воздушный театр, там снимать нельзя, да и... Даже если бы я что-то снимала, было бы не видно. Но знаете, кто окажется в Туркестане, сходите в этот воздушный театр. Очень интересно. Ну вот, не пожалеете. Там, правда, длится он буквально 20 минут. Это с рассказами, с историей, с гидом. Сама съемка вот этого полета, она... Вот, я не знаю, мы что-то быстро так пролетели над Казахстаном. Но это было очень интересно. И с этими спецэффектами, когда ты в облаках, тебя так освежает этой струей воздуха. Слушайте, в общем, классно. Вам понравилось. Ну, вот такая вот у нас вышла прогулка. Маленькая, коротенькая. Идем на парковку и будем уже возвращаться в город. Нам ехать часа два. Поэтому... Ничего такого сверхъестественного и особенного нету. Да, кстати, когда ты вот на вот это вот все смотришь в округе, да, вот на вот это все построенное, это выглядит красиво. Кстати, глаз радуется, что в принципе симпатично. Ну, уже все такое пошарпанное, но если на это закрыть глаза, то ничего страшного. Засняли контент, как мы лезли в подсолнухи. Это жесть. Да, мы пофоткались. Ну, подсолнухи у нас такие уставшие, конечно. Ну, в принципе, ладно. Ничего себе. Прикольно. Я, конечно, хотела бы фотосессию в подсолнухах чуть-чуть. Не в таких. Не в таких. И знаешь, типа ты такая в белом сарафане, в шляпке в какой-то. Ну, чтобы вот эта вся тематика подходила друг к другу, а не так, как у нас спонтанно, в чем были. Потные, мокрые, грязные. Это, блин. Ну ладно. В принципе, какие мы уставшие, такие же и подсолнухи. Нормально. Что хочу сказать по Туркестану, вообще по общему впечатлению о Туркестане. Да, там отстроили красиво, все такое новенькое кажется. Конечно, вот это как-то парк новый, который он уже уставший, очень уставший. Туалет я сняла, показала, какой ужасный туалет. Лучше бы он был платный.
Единственное, кажется, что как будто бы город заброшенный. Людей особо нету, хотя мы ехали по главной улице. Ну, сам Туркестан, там и канализации-то толком нету нормальных. Если вы откроете ролики про Туркестан, там много чего показано, как люди ужасно живут. В общем, его попытались обвернуть в красивую этикетку, упаковку и думали, что туда пойдут туристы, но что-то нет. Плюсом было то, что не было народу. Мы не толкались, не толпились, пофоткались. Это как бы классно. Единственное, что очень жарко, тени нигде нет. Ну, в принципе, вот на самом Ясави, мечети, да, там... Ой, мечети, говорю, господи. Там недорого. Мы покатались на верблюде за 1000 тенге, костюм надеть 500 тенге, пофоткаться. Вот, что мы спрашивали? А, вот эти всякие магнитики, они тоже в разумных ценах, 500 тенге, 1500 мы взяли этого верблюдика. Поэтому там недорого. Просто мне сказали, что, ой, там такие цены, космос. Нет, вполне себе нормальные цены. И 7500 стоит вот этот классный воздушный театр. Он классный, этих денег вообще не жалко. А в остальном просто построенный, никто этим не пользуется. Выглядит слегка заброшенным, людей особо нет. И даже видно вот эти все построенные этажки, они тоже пустые, незаселенные. Там мало где кто живет. Поэтому как бы печально, что такой вот становится Туркестан. Ну, господи, там и колхоз. 30 лет без урожая. Мы хотели сделать областным центром, ну, что-то и туристическим. Ну, что-то не очень получается. Но зато с другой стороны, хотя бы там все облагородили и красиво сделали. Так что можете съездить и сами.